Добрый день! Вас приветствует проект «Территория роста» и я, Марина Городникова. Я расскажу вам сегодня, как открыть свой международный номер. Так как компания «Орифлейм» международная и работает более чем в 60 странах, в каждой из этих стран вы можете приглашать своих знакомых и незнакомых вам людей пользоваться интернет-магазином «Орифлейм». Но зарегистрировать человека в России с белорусского номера невозможно. На Украине с белорусского номера невозможно. Нужно создать международный номер в той стране, где проживает человек. Для этого вам необходимо зайти в свой аккаунт. 4, 5, 9. Вот у меня уже запомненный аккаунт. Так как у меня уже есть свой номер России, я вам сейчас покажу, как сделать свой номер в России. Я его регистрирую новичку. Заходим в раздел «Мой бизнес». После этого нажимаем «Рекрутирование», «Международное спонсирование». Обращаю ваше внимание, что любой консультант может стать международным спонсором. Здесь вы можете прочитать общие правила для консультантов, инструкцию по международной регистрации номера через интернет, список стран, открытых для международного спонсирования. Нас интересует форма регистрации международного номера. Нажимаем сюда. Здесь мы выбираем страну, где мы будем регистрировать. Я выбираю Россия. Обратите внимание, что все остальные колоночки уже заполнены на английском и русском языке. Единственное, что мы вводим, это номер телефона. Нажимаем кнопочку «Дальше». Сразу перед вами появляется окошечко. Ну вот сейчас загружается. Добро пожаловать в Орифлейм. И сразу у вас есть номер и пароль. Записываем его куда-нибудь и одновременно с этим можем отправить на вашу почту, чтобы там вы всегда могли его найти. Так, записали номер и пароль. Заходим на главную страничку. А в самом-самом-самом-самом низу есть такая кнопочка «Выбрать страну». Нажимаем на эту кнопочку, и вас автоматически переносит на глобальный, главный сайт Орифлейм. Выбираем Европа, Россия, так как мы зарегистрировали номер в России. И обратите внимание, нас автоматически перенесло на российский сайт. После чего мы нажимаем «Войти» и вводим номер, который вам присвоили, и пароль. Здесь уже введен мой номер. Нажимаем «Войти». И я вас поздравляю, ваш российский номер уже существует. После этого вы можете уже регистрировать нового консультанта. Приглашайте людей из других стран. Обучайте и стройте свою команду. Всего доброго! С вами была Марина Городникова и проект «Территория роста».